Всем привет! В эфире программа «Культ Фьюжн». Ваш гид по культурной жизни и индустрии развлечений нашего с вами города. Киноконцертный зал «Панорама» продолжает радовать своих зрителей не только кинопремьерами, но и спектаклями и уникальными концертами. О том, что в ближайшее время ожидается на сцене ККЗ, расскажет Светлана Шепец. Добрый день, дорогие друзья! Не за горами новогодние праздники и долгожданные новогодние каникулы. И, безусловно, киноконцертный зал «Панорама» готовит вам интересную праздничную концертную программу. 12 января на сцене киноконцертного зала выступит один из самых любимых и узнаваемых в России коллективов – «Терем Квартет». Коллектив существует уже 33 года. На его счету более 3500 концертов. Он гастролировал в 65 странах мира. «Терем Квартет» часто выступает посланником Санкт-Петербурга, и его по праву можно назвать визитной карточкой культурной столицы, ставя в один ряд с Эрмитажем, Русским музеем и Мариинским театром. Все, кто побывали на концерте этого именитого коллектива, безусловно, уходят, унося с собой частичку радости и счастья, наполняя себя положительными эмоциями. Когда Питер Гэбриэл решил познакомить публику фестиваля авторского с русской национальной культурой, он пригласил «Терем Квартет». Когда Владимир Путин пожелал показать Герхарду Шредеру и Сильвио Берлускони российских музыкантов, он пригласил «Терем Квартет». Когда Никите Михалкову понадобилось увидеть взыскательную публику фестиваля русского кино в Каннах, он пригласил «Терем Квартет». Когда в Ватикане на площади Святого Марка 120 тысяч паломников со всего света собрались на встречу с Папой Римским, русскую национальную культуру представил «Терем Квартет». Когда в Лондоне праздновался 200-летний юбилей Александра Сергеевича Пушкина, на торжественном вечере по приглашению принца Чарльза выступал «Терем Квартет». Выступал он также на 3000-летии Иерусалима, на саммите стран Большой Восьмерки в Санкт-Петербурге, на Олимпиадах в Барселоне, Лондоне, Ванкувере и Сочи, на конкурсе Евровидения в Москве. Итак, 12 января мы ждем вас в киноконцертном зале «Панорама» на встречу с именитым и всеми любимым коллективом «Терем Квартет». Билеты еще есть в продаже, информацию можно узнать по телефону 300-033 и на сайте panoramadefis.tver.ru. До встречи! Это история о легендарном футболисте, непревзойденном лидере, бойце на поле и в жизни. Голкипер Лев Яшин достиг небывалых высот, терпел неудачи, но находил силы, чтобы вернуться в большой спорт, причем с триумфом. Лев Яшин. Черный паук, черная пантера или даже черный осьминог. Так говорили о Льве Яшине за гибкость, молниеносное перемещение и гениальное видение поля. Он неизменно в черном свитере с буквой «Д» был полноправным хозяином в своей штрафной. После поражения на чемпионате мира в Чили ему придется уйти, чтобы позже с триумфом вернуться и снова стать лучшим не только в стране, но и во всем мире. Единственным вратарем за всю историю футбола, получившим золотой мяч. Лучшим, по мнению FIFA, вратарем 20-го. Века. Яшин — это и есть команда. Да это футбол! Старые заслуги, девчонок! Важен результат! Режиссер Василий Чигинский, актер Александр Фокин, Юлия Хлынина, Алексей Гуськов, Алексей Кравченко, Виталий Хаев, Ян Цапник, Александр Самойленко. Картина рекомендована к просмотру зрителям старше 6 лет. В основе фильма, несмотря на трейлеры, вовсе не киберпанк, а апокалипсис и все, что вращается вокруг него. Москва становится последним оплотом существования людей. В фильме звучит понятие «круг жизни» после того, как во всем мире внезапно отключили свет. Что-нибудь видел подобное? Я про такое даже не слышал. На Землю не падал метеорит, террористы не придумали глобальную угрозу, сверхдержавы не развязали атомную войну. Но что-то произошло. Связь с большой частью населенных пунктов Земли оборвалась. Космонавты передали с орбиты, что видят сверху небольшое пятно в Восточной Европе, по своим очертаниям напоминающее круг. То, что военные находятся за границами этого круга, шокирует. В магазинах, в автомобилях, на дорогах, в зданиях больниц и вокзалов повсюду следы столкновения. Кто или что уничтожает все живое? И как долго продержится последний аванпост человечества?
Плюсы аванпоста – это красивая, богатая картинка, показывающая, сколько денег вложено в фильм. Сцены с неоновой Москвой из будущего, разрушенными мостами и горами трупов впечатляют. Неплохое музыкальное сопровождение и попытка внести в идею философский посыл. Возрастное ограничение картины 16+. На этом у меня пока вся информация. Мы с вами увидимся на следующей неделе в новом выпуске программы «Культ Фьюжн». Пока-пока!